Выше газет, прошу. Уважаемые сказочные зрители, если вы заболели, не занимайтесь самолечением, занимайтесь телелечением. Теле? Телечем? У нас и телевизора-то в доме нет. Дорогие мои, если у вас нет телевизора, срочно бегите к врачу, потому что у него телевизор точно есть. Итак, мы начинаем разговор о самом главном. Ух ты! О царице матушке! Нет, еще главнее. Сегодня мы поговорим с вами оба... Оба! Секунду. Сегодня мы поговорим с вами оба... Оба! Секунду. Сегодня мы поговорим с вами оба... Об обморожениях, друзья. Самое главное не отморозить тебе. Самое главное... Чаша вам из меня. Тоже начнем лечиться. Слушаю вас, друзья. Тоже начнем лечиться. Слушаю вас, друзья. Дочка замерзла, доктор. Да, где она? Вон сидит. Жалуется на что-то. В общем-то нет, молчи. Если жалоб нету, значит все хорошо. Но говори мне разы, ждет нас, друзья, еще. Но говори мне разы, ждет нас, друзья, еще. Но говори мне все же, не сдавайте им. Нас ведь врачи побольше. С дочкой сладко. Ждите конца зимы. А с дочкой-то как нам? Я же сказала, ждите конца зимы. Вот видите? Не поговорите. Конечно, только здоровье его не купишь. Хотя лекарства продаются отлично. Ну с дочкой-то как нам? Вы что, хотите включить режим разморозки? Да. А я говорю, нет. А может быть ей этот укол сделать? Нет. Вакцины для обморожения пробовали. Не помогает, перетянуться. А может быть это ей как, ну, снегурочки через костер прыгнуть? Нет, некоторые не допрыгивали. А может ее по старинке на лопату, да в печень. А что потом? А потом будем лечить от ожогов. Нет, я не согласен. Вот видите, если медицина бессильна, то и народные дедовские способы, они тоже бессильны. И, кстати, здесь есть что-ли кто-нибудь без народа? Без народа? Я из народа. Ой, а вы простите, кто? Да ты что, супостатка, не узнаешь, что ли? Я Иван Царевич. А что с Настей? Да замерзла она! И что, ничего не помогает? Ваня, поцелуй ее. Ох уж эти царевичи! Ходят по болотам, целуют разных жаб. А рядом живет очень интересная бабыга. Поцелуй ты ее быстрее! Целуй! Я спала? Храпела?
моя. Я против свадьбы. Свадьба стоп.